Хейл, где с нашим кем мы продолжаем проходить игру под названием Валдебол. Ой, а либо лампочный парень. Мы, как я понимаю, в воспоминаниях. Здесь творится какая-то непонятная чертовщина. А. Ладно, так нажму. Тут, скорее всего, удалить сохранение. Либо что-то типа того. Возьмем яичко. Возьмем ведерко. Возьмем с кустика палку. Давайте я кликер ускорю свой. Мы получили палку с довольно грустного куста. Мячик. Так, колодец. Не знаю зачем, но я просто это сделал. Может, мне нужно что-то словить на это ведро? Типа ведра, да? А, подожди, мы сейчас вернемся. Скорее всего, я дам мячик. И за мячика... Как мне это сделать? Не шарю. Давайте палку. Так, теперь мы закинем туда яйцо. Здесь мячик. Мячик мы кидаем. Но так как мы кинули с вами уже вниз туда этот, нам остается только приподнять, так? Но она здесь еще нужно споймать момент. Ты ж ё-моё. Готово. Что происходит? Так, ну помните, мы на заставке видели курицу. Я смотрю, сейчас она держит курицу в лапах. Да, я вижу курицу. В каком-то шарике. Это же не просто так, да? Сейчас будет... Так, а унитазные единороги... Вот так у них туалет работает? Или он типа спрятался? Радужная еда, три сосиски, пюрешка и яйца. Что это нашел? Непонятно, ладно.
Ножик. Окей. Так, наверх туда никак, да? Курица. Я понял, что это хоррор составляющая. Ага, мне это нужно взять? Тогда так. Ни хрена себе. Что так страшно? Так, мы взяли черви, мы взяли яйца. Тихо-тихо. Давайте по звукам сейчас определим, где она. О, ну здесь сейчас около нас. Ну нафиг, ну нафиг. Я типа его раны торчат. Нихера, не знаю, я прячусь, куда возможно вообще. Так, рисунки, рисунки, спички. Манать. Куда спрятаться можно, если вдруг что? Ага, это мне что нужно найти? Да выйди отсюда, блин, рядом! Дай! Куда? Мусор на ветру, пряся! Все, сиди. Так, что у нас есть? Подождите, у нас есть личинки. Не знаю, для чего нам личинки. Аль, для чего нам личинки? Нам нужно где-то найти какой-то пюре или что-то типа того. Штука. Яйца нам нужны. Могу я сразу сюда все это закинуть? Так, стой, 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 но он сзади. Он бежит! Быстрее, прячься! Так, ждем. Может, он увидит свет и захочет там поклевать. И такой бум, взрыв произойдет. Либо типа того. Нет. Так, хорошо. Пускай уходит. Для чего мы сюда вообще шли? Ха!
понятно. Интересно. Новую курочку взять с собой? Ладно. Ну, наш мерзко выглядит, ты чё? Серьезно? Такую громадину? Вау. Ладно, куда нам дальше? Давайте думать. А, я понял, куда нам дальше. Держись, держись, держись. Сейчас зайдем. Сейчас все будет. Ага, это ссылочка на ФНАФа. Это Чики, да, кажется, если я не ошибаюсь. Так, нехватка трубы, хорошо. Да, я так и понял. Окей, давайте поищем где-то трубу здесь. Так, может ты сразу давай сходишь? Ни хрена себе! И что мне делать? Что мне делать? Что мне делать? Что мне делать? Призрачный демон. Давай, смывайся. Тихо, тихо, тихо. Я понял, можешь мне голову взорвать. Давай сюда. Да-да, типа он может нам голову взорвать. Давайте посмотрим, как это будет. Я понял. А как нам теперь трубу-то взять? Кликер у меня там, понимаете, тройное нажатие идет за один раз. Поэтому нормально. Жди, 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 монстр. Нормально, нормально, нормально. Сойдет, сойдет. Если сразу это все делать, то нормально. Подожди, а как мне тогда это дело провернуть? Так, все. Надо было подождать, пока он подвинется. ГГ, нас мыло. Сонька, нас...
нас смыло. Хер знает куда. Мы умерли? Так, нас засасывают в трубу. Подожди, но там уже не было нигде сказано, чтоб я нашим... А, снова? Так, отсылка на фильмы этого. Оно или как-то так, ну, типа, ИТ. Что, типа, до хера купи игр, закопали где-то в подземлю, это отсылка. Так, что мне нужно? Мне нужен червячок. О, даже так. Мне нужно типа редиска споймать. Так, нужно помочиться на дерево. Равно редис. Вот так я и так помочился. И вот я получил этот редис. А, это чтобы он сильнее... Я понял, подожди. Зараза. Я понял, его нужно, короче, накормить редиской. Чтоб он передержаш улетел. Добро. Попробуем. Хорошо. Так, подождите, а с этими? Ох, сейчас будем всех словим, вот этих раз, два, три, четыре, пять. Все будет отлично. Одна только? Типа они стакаются, подождите. Нет. Можешь. Навряд ли. Я двигаться во время этого процесса не могу. Подожди, я взаимодействовать вообще теперь ничем не могу. Он меня не пускает. Может, мне нужно напиться воды, чтобы поливать до дерева, да. Тихо, не вниз. Вверх. Мне кажется, мне нужно было просто много этого. Воды попить. Сейчас мы жабу накормим редиской. Так. Подождите. Сейчас мы сделаем все красивенько. Да, я понял теперь.
Сели, ребятки. Хочешь еще редисок? Нет? Все, он сел. Так, какой-то водяной монстр. А это что? Типа пещерный человек атакует лампочку? Да, видите, отсылка на идти. Так, мне вот этот монстр вот не нравится. Мне кажется, сюда нужно тоже редис будет загнать. Давайте я попробую это сделать. А, он не залетает туда. Ну, тогда нормально, да? Просто мне этот монстр, который снизу, он как-то мне не очень нравится. Давай, давай, давай. Воспоминания червячком, окей. Ой, подождите, это значит будет сейчас враг видеть червячка, да? Как я могу понимать? Это у нас была с курицей, теперь у нас червячок. Хотя червяк у нас был, это туалетный червяк. Как вы? Так ведь? Огромная рыба, которая влюбилась в меня. Не хочу знать, что это было только что. А, типа я только так могу. Веселые кокульки. Вы думаете, я не вижу, как вы радуетесь. Так, слушайте, мы можем, в принципе, думаю, на этом и закончить. Поскольку по 23, да, будет у нас. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.